меня совершенный ребенок. И даже такой жалкий. Припадки у него какие-то болезненные. Вот сейчас из Швейцарии. Одет странно. И вдобавок ни копейки. Да что это за интрига такая? Не моя интрига, не моя, а то другие. И скорее, так сказать, фантазия, чем интрига. И я замечаю, что он вовсе не такой чудак, как нам изволили отрекомендовать. 100 тысяч! Настасья Филипповна, вытащите, все сгорят! Дары, ну сгорят! Настасья Филипповна, деньги-то сгорят, деньги немалые! Вот это по-нашему! Вот это королева! Это я-то честно? Вы. Князь Лев Николаевич Мышкин. Я знаю, что я обижен природой. Здесь нет ни одного, которому стоило таких слов. Здесь все. Все до единого не стоят вашего мизинца. Ни ума, ни сердца вашего. Аглая, запомни, попните. Или лучше запиши, а то я всегда забываю. Если попал еще раз, осмелитесь! Слышите? Князь, вы до того добры, до того простодушны, что мне даже становится... Вас жаль.